Игра проходила довольно-таки неплохо для нас. Считаю, что владели инициативой, но из-за удалений где-то ее теряли. Но в целом бригады меньшинства, молодчики выстояли, бригада большинства реализовала большинство. Да и в целом на табло с нашей стороны 5 забитых шайб, я считаю, это неплохо. Поэтому матч прошел для нас удачно. Это самое главное, мы в плей-офф. Как считаете, в целом спокойно довели дело до победы? Ну, концовка была немного смазана. Где-то пошли ошибки в чужой зоне, что приводило к контратакам в наши ворота. Но в целом все равно молодчики выстояли, не дали в концовке забить сопернику и выиграли этот матч. У вас сегодня дубль, обе заброшенные шайбы с передач Марка Грожелецкого, у которого сегодня вообще ассистентский покер. Парень начинал сезон в юниорской хоккейной лиге и сегодня здорово себя просто проявил. Что скажете? Марк молодчик, пробился в состав, прошел с нами сборы, начинал сезон в ЮХЛ, но потом работал, вот появилась возможность, он ей воспользовался, молодец. Как вам поддержка болельщиков сегодня, новокузнецких, новосибирских? Наши болельщики просто лучше. Перекричать целый стадион 9000 болельщиков, это дорогого стоит. Нас удивляют, сколько в них энергии, и мы заряжаемся сами от них. Большое им спасибо, очень сильно надеемся на их поддержку. Марк, как вам сегодняшний матч, как проходила игра, за счет чего добились победы? Все в целом хорошо прошло, все сложилось, как мы и хотели. Большое количество болельщиков пришло у новосибирцев, но и у нас тоже приехали болельщики, нас поддержали, и спасибо им огромное. Вся команда выложилась на все 100%, вот и результат. После первого периода выигрывали 2-1, отличное начало второго периода, когда забросили две шайбы, повели 4-1. Как там все происходило? Вышли на заряженные все, потому что никто не хотел упускать шансы выйти в плей-офф, и поэтому все до конца боролись, вот так, вот такой результат. В итоге 5-3, но, можно сказать, в концовке «Медведи» продолжили играть в свой хоккей, не садились в оборону сильно, были хорошие моменты, там и один в один могли забивать, и перекладина была. Насколько вам понравился хоккей в третьем периоде? Конечно, хоккей был очень хорошим, мы не стали сравниваться на игру соперника, играли в свой хоккей, продолжали, также играли активно, поэтому вот так мы выиграли всех с победы, мы в плей-офф. Выиграли сибирских снайперов. Дома на выезде, до этого в регулярке выиграли. Мамонтов Югры тоже представителя золотого дивизиона, дома на выезде. Эта команда способна на многое в этом сезоне? Конечно, у нас команда очень хорошая, сплоченный коллектив. Все друг за друга, все на команду, для команды, за командой.